Доброе время суток, дамы, господа, леди, джентльмены, и также недоброжелатели и шантажисты. Так будет у меня постоянная речь начинаться. Ну, сегодня будем вести диалог о программе «Виктория». Есть в Ютубе, там 4.47, только запускаем от имени администратора. В ней очень много стало продвижений, появился русский язык, тестирование, ну, тестирование осталось, но много-много-много изменений прям радует людей редкий раз, но особенно меня, так как я пытаюсь уже в этом деле тоже продвинулся хорошо по поводу жестких дисков, тестирования и удаление, решение, форматирование. Где-то можно объяснить человеку на форуме или по звонку, или удаленно можно его как бы отремонтировать. Но еще раз говорю, это только тестирование. Посмотреть, чем, как он дышит. После этого тестирования все равно придется нам панельку делать от имени администратора, но это я вам покажу по ходу пьесы. Ну, поехали. Меньше слов, больше дела. Тестирование. Здесь появилась кнопочка хорошенькая такая, прекрасненькая. Вот. Ну, в принципе, так-то не изменилось, только русский язык, и появилась кнопочка. Здесь сервис. Ну и действие с этим сервисом, что это дальше будет делаться. Вот. Я вот здесь вот информация об диске. Вот, это паспорт его. Также и на флешке. Может, это все. Вот я ставлю свой паспорт. Ну, как бы у меня первый. Это у меня рабочий. Это просто у меня жесткий диск на 320. Смарт, смотрим, что там у нас. Ну, конечно, не ахти. О, даже хорошо-то. Вчера было у меня две красненьких сегодня. Ну, блин, я... Да, погонял его довольно... Уже нормально. Вот журнал. Ну и посмотрим сейчас, как тестирование будем. Здесь он идет, вот кнопочка починить. Но починить он как бы, ну все равно кто пытается эта программа что-то делать, но она как бы обозначает обновить это совсем, то это она убирает тот от коллектор и ставит другой. Ну, в принципе, здесь все будет видать. Вот. Здесь что у нас? Это проверка по секторам. Ну, вот это очень долго. Я тут раз поставил, аж 12 часов работало. Не выдержал. Это сектора. Ну, это уже скорость пульсирования, проще сказать, объяснить. Это чтение... Это форматирование, нумеровать, это убирает полностью все, коллектора, вот эти все там пиш, по нулям ставит. А это уже чтение, это вот так вот, как бы, ну, она как-то убедительно что-то делает. Вот это здесь практически, когда какой коллектор, который плохо выговариваю, тот к эту коллектор, где начинает трещать, пищать, визжать у вас жесткий диск, и с этой стороны его просто можно чинить. Ну, по крайней мере, она что-то пытается сделать, но это идеальная программа, которую я когда-то из всех пробовал с NG жестких дисков. А ВД-шные, ну, с NG у них 7200, ВД-шник 5400, Samsung, по-моему, тоже 7200, по-моему. Ну, что-то такое, я ж не помню. Ну, каждого производителя, каждые свои характеристики, проще сказать. Их надо смотреть, все это делать. То это идет быстрый тест поверхности. Ну, это быстренько S и поехали. Вот эти кнопочки... Если вот сейчас подождите секунду, сделаем стоп.
сделаем, например, сейчас попробуем, может у меня что-то получится, я точно не знаю, как бы у меня он нормальный, ну может быть у меня и быть и ненормальный. Ну, где-то все равно коллекторочек что-то долбанется. Ну, вы видите. Здесь уже как бы поменьше. Довольно неплохо. Довольно хорошо. Можно так смотреть. А сделаем паузу. А, блин, вот это вот. Это скорость пульсирования. Ну, ставим не 10 тысяч, но делаем поменьше. Ну, а поехали. Ну, вот, блин. Вот он, смотрим. Ага. Вот он. Вот так вот делаем. Копируем. Заставляем, ну и убираем примерно за место двойки, ставим, ну, однерку ставим, например, раз, и начинаем вот с этого места, вот начинает. А извиняюсь, на быстром тесте ничего не получится делать. Ладно, сделаем стоп, попробуем. Вот, починить. Сделаем, попробуем с нуля. Вот, ладно, попробуем с нуля. Так, это мне что-то быстро поставим на 112. Да, так лучше будет. На это сколько процентов сделает? Это сколько мегабит, вот, мегабит в секунду? Это килобит в секунду, как он идет. Ну, в смысле, проверка идет. Здесь вот уже побольше идут сектора. Здесь можно, вот здесь вот, чем меньше делаешь, тем меньше секторов, но его больше видать просто по одному. И мы проверяем, смотрим, как это получается. Вот как видите, у меня здесь начинается 6 гигов. Он у меня маленько подрезанный, так как у меня был, он маленько хреново работал. Вот. По подрезу не попозже расскажу, как это делается. Ну, сразу вот не чтение, а сразу починить и починить вертвь. Ну ладно, это будет долго, конечно, долго и упорно. Ну, примерно поняли примерно суть дела. Долбанул вот так вот, раз его назад отмерил и чук, и то же самое, посмотрел сколько секунд. Так, ладно, сделаем стоп. А дальше рассказываю, что дальше нам делать. А, вот эта перепрыжка идет под, ну как, если у вас то же самое начинает прыгать вот здесь вот и не может дальше двигаться, вы двигаетесь раз, например, раз, и здесь вот смотрите сколько выполнения сервис. Вот это вот самое интересное, что акустика и энергоснабжение. Акустика — это когда у вас просто трещит жесткий диск, да, например. Вот включаете его, на старт делаете, ну, ВДшнику здесь парковка головки, сами понимаете, когда шлепает чук-чук-чук-чук-чук. Здесь вы его настраиваете,
Здесь вот вот делаете снабжение, как вы видите, можете побольше сделать на тестирование. Ну, делаете старт, и он у вас молотит. Смотрите секунд, как лупит у вас. Можете сделать так, тоже верть. Ну, мне почему 28, потому что там мне везде вентиляторы стоят под жесткими дисками. Вот. Сколько мегабит в секунд? Ну, так вот где-то трещит, он прям раз, вот щук-щук-щук-щук. И будет у вас проверяться. Ну, это, в принципе, это для моего жесткого диска, для старенького, это довольно уже как бы неплохо идет. Ну, мы делаем стоп. О. А, отрубаем его. Вот дальше делаем сервис. А, вот это не поддерживает. Смотрим, какой у нас тест идет. Скорость какая у жесткого диска. Ну, в принципе, 5.216. Это, в принципе, нормально для жесткого диска, который стоит в ноутбуках. Вот это, в принципе, нормально. Потом смотрим, что она под систем безопасности. Здесь как бы это, ну, в принципе, лучше не лазить сюда, по идее, как я. Это паспорта, ну, не паспорт, а пароли устанавливать, удалять и ставить. Ну, блин, здесь тяжело, конечно, делать. Ну, не знаю, еще лучше не надо. Я редкий раз, вот бывает, что запароливаю, когда кому-то что-то надо, ну, то же самое не надо. Здесь, что вы можете сделать? Здесь вы смотрите, вот, например, получить, окей. Увидите, что у вас жесткий диск, например, могет сделать, ну, и также читаете, восстановить, вот, ну, и применить. Ну, может, ошибку как пишет. Ну, здесь уже, в принципе, по-русски написано. Здесь дураку понятно. Кэш. Временные функции. Это временные функции. Короче, объясняю. А, кстати, не забудьте поставить, если будете ставить Викторин, или на флешку, или на D. Под систему, под Windows систему ее нельзя ставить. Ну, в смысле, не то будет. Вот он, лог. Вот это, конечно, называется. Что вы делаете? Ну, в принципе, лучше всего вот так удалять, но это пока мисс не надо. Вот. Смарт, другие операции. Ну, это дальнейшее сейчас увидите. Технологии. Ну, в принципе, то же самое. Очистка, можете выключить кэш, там, очистить смарт. Низкоуровневое форматирование здесь установить, как у вас SATA какой стоит. Ну, у меня вторая SATA, ну, у меня, ну, в смысле, на третью ставить, если у меня как бы это DDR4, ну, SATA он у меня, в принципе, еще пока не поддерживается. SATA это на жесткие диски, короче, на SSD-шки, жесткие SSD-шки еще тай. SATA 3 уже, по-моему, вышли, а на жестких дисках еще что-то я не помню, чтобы выходили, когда включить и отключить, кэш. Вот, ну, в принципе, полный скан поверхности с картой, это вот так вот включаешь, то же самое. Ну, и это долго, 3 часа, смотрите сами, да. Делаем стоп. А потом полный скан поверхности. Ну, это то же самое, в принципе, одно и то же. Ну, даже видите, вот даже меняются вот эти тут сами по себе. Вот. И пока он нашел. Ну, прерываем. Делаем стоп. Так, дальше что на быстрый тест поверхности. Ну, уже заметили. Это вот работает. Быстрый. Сейчас молотить будет. Да. Ну, 6 минут будет всего. Это вот попер он. Вот, останавливаем. Вот, тестирование механики SSD.
Вот она, вот как я вам сказал, уже автоматически сразу запускается. Это чтобы не было шума. Просто шума дела нет. Вот. Стоп. Закрываем. Да, кстати, вот эту SSD, не SSD, это HD. Если вот так вот, ну короче, жесткий диск будет вот так вот молотить, это нормально. Если вот так вот низко будет, это хреново. Если когда вот так вот будет, ну тоже хреново. А вообще идет на флешке SSD, она идет прямо вот так вот, тук-тук-тук-тук-тук-тук, по скорости, или там может быть, там, не знаю, там может 200, 300, там 500, 600, там я не знаю скорость какая. Я еще с ним пока не занимался. А, тестирование проверили. Атрибуты Smart вот уже есть. Как бы в одном месте уже все есть. Вот. Пару минут, ну, как бы уже должно автоматически работать, да. Ну, ладно, бог с ним. Что-то мне элемент, что-то, ну, мне пока переводчика нету. Вот. Но все равно он сильно не перевел. Полная самодиагностика очень долго, но это то же самое практически вот это вот, тюк-тюк, долго. Смарт-тесты. Ну, и тут надо. Что-то меня затупил. Все данные с накопителя. А, нет, но это стирать. Да. Что-то я. Да, в принципе, у меня все равно пустой. Но это то же самое, как вот, тоже стирать, но вот настройки. Здесь, по идее, когда вы ее ставите, уже они стоят автоматически. Сразу же. Можете по свой лад настроить. Вы работаете не 64 API. Это старенький USB, ну и это все остальное. Пиво, но это вам не судьба, это не дано, это там, блин, разбираться это караул. Сам толком не разобрался. Паспорт, определение, как сами тут все написано, тестирование, смарт интерфейс. Здесь, по-моему, да, вот, нажимаете F1 и читайте, что здесь можно написано. Тут чтобы вникнуть, это просто надо знать, читать. Если все это изучите, официальный сайт, его там, казанского, копируйте и вставляйте. Здесь тоже сама программа есть. Ну, если деньги есть у вас много, можете поддержать. Что нового, опять 28. И здесь вот идут, что раньше какие были версии. Вот. Что поддерживает. И вот эти вам все надо, чтобы знать, надо вот это все изучить. От начала, например, вот это вот. Вот, 469, 47. Нет, ну да, 47, 469. И пошлепал вот это все. Надо знать. Вот, когда вы что-то здесь сделали, Виктория, все, вы прогнали у вас жесткий диск.
Ну вот это, например, все полностью прогнали. А бывает, что ошибки. Ну, это ерунда. Он практически, я говорю, это только тестирование. Ну, все равно шуму убирает, там все остальное. Какую-то львиную дозу мы сделали, долю. Вот, вот этот вот. А, дальше закрываем. Ну, лучше всего закрыть аварийный выход. Вот. Ну что. Вот. У меня еще, в принципе, осталось, как бы... Сейчас вам покажу ее. Вот командная строка, как я говорил. Обязательно от имени администратора все права делаем. Потом... А потом ставим... Так... Диск у нас, по-моему, сейчас глянем, как он называется-то у нас, рабочий D. D. Вот. И мы его удаляем. Делаем D. И тоже, нет, это русский. D, вот он, D. И, ну, сейчас я, конечно, не буду его проверять. Я его еще вчера проверял, погонял. Сейчас я удалю это все. Будет примерно показывать вот так вот все файловую систему. Ну плюс еще здесь вот, не обнаружил проблем. Но здесь будет проверка коллекторов, то же самое, разблокировка и это. Вот. Если вам то же самое надо проверить, например, жесткий диск. Enter нажимаем, он у вас разблокирует, естественно, невозможно, никак не может. Делайте у это да и нет, это, ну, тут уже ясно, дураку написано. Он у вас перегружается и буквально часа полтора, может два, как по зависимой испорченности вашего жесткого диска, SSD там, или флешки, или что-нибудь такое, он будет час, два молотить, три. Но, пожалуйста, только вы не выключайте, только не выключайте. Вы просто угробите не только жесткий диск, вы угробите свою систему, что у вас стоит. Можете угробить. Это просто вам бабса. Пчик, все, хана. Пусть он проверит, он перегрузится и обратно встанет на свое место. Вот. Ну, я, естественно, делаю нет. Нет. Ну. Ну, не хочу. Нет, подожди, тут нет. Тут я не хочу проверять. Вот, нет. Ну, давай большими буквами поставим, чтобы понятно было. Нет. Ну, он, конечно, делает. А, чтобы поправить жесткий диск. Еще одна проверена ошибки. Вот. Если проверить только на ошибки, вы сделали FSS Canon, например, SFK, Эхе, Scanon. Ну, кто-то, например, Хе не ставит, кто-то делает. Я вот, например, сделал сразу сам. Я включаю, и она у меня просто молотит. Ну вот, дамы и господа. У нас система в порядке, жесткий диск в порядке. Все, мы уже как бы проверили. Все как надо. Теперь что мы? Ну, давайте, наверное. Ну, в принципе, все нормально. Так, что же я хотел сказать-то, блин? Ну ладно, бог с ним. Все, мы это сделали. Также пишем, закрываем нашу административную строку, закрываем и хит. Ну, это типа по-английски DOS видос. Сейчас я напишу и хит. О, блин, что тут у меня? Это не хит, что я пишу-то? Неправильно, блин. Вот, вот так вот. Теперь правильно.
Вот, блин, говорили мне учителя, учись, блин, по-английски, учись английский. Но, блин, зачем, Лёша, писать это все? Не надо. Ну, хреново с меня английский язык. О, все. Закрылся. Вот мы его так ничего не сделали. Так, ну в принципе мы маленько жесткий диск, по идее, вот так вот мы поправили коллекстора, все остальное. Ну как реанимировать вообще жесткий диск? У меня на моем блоге есть видео, и вы можете посмотреть. Ну, естественно, я надеюсь, подпишитесь. Ну, лайк, может, поставите. Ну, в принципе, всем до свидания. Пишите, задавайте вопросы. Ну, до свидания. Удачи вам.